Чтобы успеть на работу или учебу, жителям Московского и Приокского районов приходится выходить, наверное, за час, раньше положенного срока. Причина – привычные утренние многокилометровые пробки. Правда, сейчас из-за ремонта Московского шоссе выходить придется еще раньше. Основной затор, как и раньше, образовывается по утрам. Вчера, 28 ноября, пробка достигла своего апогея. Сами водители назвали затор мертвым. Скорость потока едва достигала 3 км в час. Причиной этому послужила установка отбойника. В настоящий момент он уже стоит на своем привычном месте. Однако пробка все еще появляется. Рядом с дорожным полотном установили две информационные таблички. На первой большими буквами написано «Приносим извинения за временное неудобство». И чуть выше мелким шрифтом сказано «Срок окончания работ 2019 год». Вторая более информативна. На ней обозначен точный срок окончания ремонта – 1 сентября 2019 года. То есть водителям придется провести в подобных пробках около 10 месяцев. Напомним, цена ремонта Московского шоссе – около 175 миллионов рублей. На эту сумму планируется заменить асфальтобетонное покрытие, барьерное ограждение, бордюры и обустроить тротуары. Разметка будет нанесена термопластиком. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».